Здорово, господа, с вами про игрок Нео Папа. И сейчас будет миагошевский, просовский летсплей по игре Dota 2. Сейчас посмотрим, что у меня попадется за герой. Мод АР. Может летсплей, а может даже гайд заделаю. Сейчас посмотрим, если такой герой, на которого я не гайдю, то будет гайд. Я вроде начина делал, да? Я такой плохой получился. Ну что, может кто хочет поменяться? Бристлбэк, ты хочешь поменяться, да? Я бы его репикнул, конечно, не хочу им играть, а ну посмотрим. Ладно, поиграем этим дерьмецом. Так, качаем ему. Да-да-да, бегите на мид, бегите. Так, качаем ему вот этот вот. Третий скилл это. Надо, короче, переманивать героев. Так, купим. Так, куру давайте нашим химе купим. Мы вообще саппорт. Очень сильный саппорт. Так, и веточек. Так, вот, давайте. Че нам неинтересно играть, я вам скажу, даже неохота записывать. Термицо, герой. Неинтересно играть. The persecution starts now. Смотрите, куда кура побежала. А, он понес что-то. Не знаю. Неинтересный такой герой. Герой лесник. Сейчас посмотрим его. Пойдем сразу крипа переманим, самого такого большого вот кентавра. Все, и фармим лес. Фармим лес. У меня в прошлом гайде, Тут, по-моему, я не помню. О, ХБ! Наш ХБ. Это хорошо, кабанчик сделал. Значит, мы победим. Да, прошлый гайде у меня... Вот кто-то, я не помню, то ли... Ну, кто-то тут не давал мне фармить. Сейчас ответьте, может будет все нормально. Мясо, наверное, не давало гангать. Ой, фармить. Так, давайте попробуем этого здорового закачать. Достанем его, смотрите, вот, опа. Ба! Мы еще ему добавляем здоровье, этому кентавру. Сколько там? 75. Сейчас 75, дальше больше будет. Так, давайте купим козью бородку, да, сейчас козью бородку покупаем. Опа, а, не хватает денег. Ладно. Так, вот эту ешку качнем, кидаем. Ну, короче, соберем козью бородку, это ауру даст. На ауру даст. Нам, мы будем реедить наш... А, два кентавра. Ну давайте, ладно. Малыша ставил вам, давайте. Блин. О, все, понесли. Надо куру, конечно, апнуть. In your name,
стоит ли сюда идти на низ или нет. As Obelisk directs. Ну, давайте пойдем, вот жжет нас вот, да? А мы этого переманим, потому что мы... Ману, наверное, высосал. Yes. Так, идем наверх. Наверх. Будем Мекку собирать, чуваки. Около два голема, мало. Нести по-быстрому. Even more blessed. Double damage. Не знаю, первый Макс, первый что ли? As you say. Вот я даже не знаю. Давайте yes. Так сделаем. Третий, второй скилл это телепорт. Test your faith. Можно вот героя телепортировать на базу, если мы рядом. Да, вот видите, перемещает союзника обратно на базу. Перемещается мгновенно. Герои имеют задержку телепортации 6, 5, 4, 3 секунды. Мы, короче, можем засейвить героя. Так что так. Так что так. Давайте куру апнем. Где она есть? Да, вот он. Опа. Да что такое? Что, она не апнулась, что ли? Невозможно подобрать предмет. Что за лай, а? Какой... О, смотрите, смотрите наверху. Я бы не заметил, что там творится. Ну, ладно, пусть они там сами разбираются, не будем никому мешать. Купим только ларды. Может уже не поздно. А может и поздно, но мы купим, ладно. Да, и сапог, да. Отменим куру. Давай мне сапог неси. Так, берем. Берем третий скилл. Мы уже можем два крипа переманить. Давайте вот это вот. Снова пришли. Качаем мелочи. Не, ну реально, Чен такой скучный герой. Он очень скучный герой. Missing middle. As Obelisk directs. Не знаю, как им играть. Consecrated. Pay for your sins. May it please you. О, смотрите, дедушка, дедушка, иди сюда, это сейчас замедлено. Сюда, иди. О, пивовар. Да иди ты нахер, сейчас меня будет сливать. Leap of faith. О, блин, и меня съели, да? Неужели я не убегу? Да, убежал. Убежал, батя, убежал. Ну, ладно, я сейчас одной рукой играю, мне не сильно удобно. Ну, ладно. О, нахрен. Наши разобрали. Я думал, они нубы. Видите, они еще разобрали. Уже нормально. Короче, идем дальше фармить.
Все, чуть тише сделал. Возьмем типа. На моем канале, так как мой ник Нео Папа. Фармим, фармим меку, 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 меку. Что он стоит, а? Ну, давай, меня тесто зачем. Hallowed ground. May it please you. As Obelisk directs. Punished. My faithful join me. А ну посмотрим, что там на него. Давайте я похилю. Срывайтесь, срывайтесь, я если что похилю. Давайте, я похилю, не бойтесь. Смотрите, что вы. Я, блин, его не заметил. Да, пока я на них смотрел. Пока я на них смотрел, ко мне Сларк прибежал. Your top tower has been denied. I return to the flock. Your main tower is under attack. May it please you. Ладно, бежим снова в лес. Leap of faith. Вот что качать, скажете вы? Спросите вы у меня. Да я даже не знаю. Можно первый маг, это маг мало забирает, да? Сколько колдаун? 14, а второй. Ну второй, видите, 24 колдаун. Ну смысл нам второй качать. Мы его раз кинем за месяц, да? О! Где Ешка? Ешка, Ешка! Кстати, его примем. О! Будем, будем первую мазать, да? Все-таки давайте. Ох, смотри, херня какая, а. Hallowed ground. Там лаг, лаг, он думает, там лаг нету. А у меня там лаг стоят. Бля, там муха, да? Такая. Да, он убежал, надо было кентавром стандарт. So I go. Не того я нажал, ладно. Yes. Ну, фармим, фармим на меку. Видите, игра налегке идет. Батя тащит, батя тащит. Pass the tray. Возьмем меку. Сейчас и варды принесем. И будем уже со всеми бегать, сливать героев. Even more. Так, и варды берем. God willing. Нам больше нечего покупать, такой герой. The better to increase my flock.
Волчка возьмем, волчок нам должен все и нашей. In your name. Сука! Смотрите, разобрали. Я, наверное, своих крипов полечил. Да, наверное, я и своих крипов похилил. As you say. Your middle tower is under attack. Видите, волчара у нас. Каждому подачу добавил. Your middle tower is under attack. Obelisk, guide. Пойдем ворды поставим. Hallowed ground. Да, я похитил. Yes. Pass the tray. Попармим, попармим чуть-чуть. Yes. May it please. Во, на топе пачка песков. Смотрите, как они разбирают их, да? Все, пора сносить. Бежим, короче, за парком. Бежим нагибать, нам уже ничего не сделаем. Так, ешку. Я сейчас покажу, как ТП, телепорт работает. Смотрите, я кидаю. Yes. Смотрите, он ТП не на базе, да? Видели, он ТП не на базе. Thank you, peasant. Hallowed ground. А замедление специально прокачал, чтоб... Obelisk, guide me. Ну, сука, за зоопарком я не могу дать догнать. Бежать. Возьмем для маны. Аркан для маны. На тиму. So I go. О, похилим. Давай. А, блин, зря я похилил. Arcane books. Да пофиг, уже тут уже без вариантов, мы уже будем просто всех раз... Короче, всем уже всех нагибать уже будем, всех. Чё там Bristol Back собрал? Так, слабенько, ну... Зато он киляет, да? In your name. As you say. Да, видите, кентавра лучше брать кентавра, они как раз на букве Т стан. Your middle tower is under attack. Давайте еще кентавра одного возьмем, что нам тоже. Во, два кентавра. Просто станет сейчас будет, нам удобно будет станет. Два кентавра и волчара. So I go. Я вообще три кентавра возьму, нахрен это подача. Не, давайте, yes. Пусть будет подача. As Obelisk directs. Много кнопок, много очень кнопок. God willing. Monster kill. The enemy's
Вон, видите, он мне КМП просит, пополни ему. Где мой кентавр или кто там? Где он пропал? Видите, его нет одного. Один кентавр уже... Опа, нету. Да, хорошо, что на Т-букве, да? Он у нас на букве Т. Да, надо еще кентавра где-то взять. Сейчас жалко, да? Пойдем. Не, давайте относить шпорки. Пропуш. As you say. Бам! Похилим крипов. Ну сука, кентавр не добежит. Да, немедленно очень бегают. Кентавр, хоть не кентавр. В общем, вот так надо нагибать этим героям. Вот так надо нагибать. Батя налегке затащил. Батя налегке затащил. Смотрите, вообще даже, вообще налегке. Даже не напрягает. Ну что, у меня стан, он волчара, видите, волчара добавляет всем подачу аурой. Я волка специально переманил, чтобы он подачу добавил зоопарку. Ну он героям добавляет, он омника аурой сейчас. Вот это вот оно, да? 30%, на 30% урон увеличен даже у омника. Вот посмотрите, в омника сейчас его нет, он далеко стоит. Сейчас мы придем, да, похилим, давайте наших мелочь похилим. Во, похилили. Так. As you say. I send you back to the promised land. Волчао, вот смотрите, что он творит, сало злое. Ладно, давайте отойдем, наверное. Вот это херня. Сейчас они еще нас разберут. О, меня разобрали. Да смотрите, еще не так они быстро, да, разобрали. Класса. А где вот наш кентавр, да? А если он вот так сделает, а? Давай, кентавр, бежи на базу. Бежим на базу. Бежим на базу. Ну ты. Бежим на базу. Так, что вам еще за героя этого сказать? А вот это, что я собрал, это в принципе этому герою больше уже ничего не надо. Ему больше ничего не надо. Хватит этого. Мека и сапог. Аркан Бутс, все. Герой полностью собран.
Да, можно Владимир собрать на Тиму. Ну, кому у нас он? Кому, да, можно собрать, да. Да-да-да, для Тимы можно собрать. Соберем, наверное, Владимир. Ну и куру, да. Там уже по игре как пойдет, куру, да. Куру обязательно, да. Минус керри, на керри кидаем. Это польза для команды, да. Куру по-любому. Че это? Кто это взял рецепт, а? А, это он взял. Думал, я думал, что я случайно купил. Видите, видите, Леорик он, видите, собрал армлет. Вот, Леорик. Но я писал же свой гайд. Там надо собирать Сашу Яшу, Леорику. Роскинг, тебе надо было Сашу Яшу собрать. Ну ладно уже, видите, он непонятно, он порекомендованным собрал, а армлет. Ну пусть, пусть. Вообще с Леорику Саша Яша больше дает. Больше ему дает. Пусть, пусть, ладно. Так, так, доносим, доносим, доносим. Че, на ПК что ли стал? Райскин, ты что, ПК? Все, даже зашевелился. Да, я уже появился, я думаю, у меня нету. Блин. God willing. Ладно, идем доносим. А, он меня, наверное, ждал. Но я уже ничего не буду брать. Никаких крипов. Никаких крипов переманывать. Ну, разве что вот этих крипов. Вот, мелкого переманил. Смотри, сколько у него хп. 800 хп стало. Хорошо. So I go. Это хорошо. Leap of faith. Что там происходит? As Obelisk directs. Вот за место. Yes. The enemy's middle tower has fallen. Leap of faith. You will not fear, my friend. Boo! Boo! Ну все, ребятки, вот так надо зачем играть, так надо нагибать. Сейчас посмотрим на счет. Давайте, где там счет, где я тащил, посмотрим сейчас. Во-во-во-во-во, 1-2-4, нормально, хороший саппорт. Смотрите, мне еще дали фигню какую-то. Ага, ноги. Ладно, короче, с вами был великий Пронео Папа, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Короче, до новых встреч, пока!